Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Контроль виконання доручення у президента. Прем'єр-міністр Білорусі Андрій Кабяков сьогодні здійснив робочу поїздку у Гомельську область. І допомога на жніве і заховання пожежної безпеки. Супрацовники МНС пересели на комбайни. Святыня Удар. У Гомель доставлены мощи святого Пантелеймона. А зараз об гэтым іншым больш падрабязна. Сёння адбылася рабочая паездка ў Гомельскую вобласць прэм'ер-міністра краіны. Андрэй Кабяков азнаёміўся з ходам жніва і выкананнем даручэнняў прэзідэнта, дадзеных падчас селектарнай нарады. Падчас паездкі кіраўнік урада наведаў адкрытае акцыянернае таварыства «Тураўшчына». Як і ў мінулым годзе, сёлета тут адзначаецца самая высокая ў рэгіёне ўраджайнасць збожжавых – звыш 66 цэнтнераў з гектара. Гэта больш як удвая перавышае сярэднеабласны паказчык. По стане на сегодняшнюю раницу на Гомельщине зерневые убраны на 53% площау. Агульный намолот перевысил 572 тысячи тонн. Одночасово в регионе принимаются меры по выполнению доручения у президента по створению умов для бесперапынной работы на палетках. О приватности у господарки накированы 49 новых комбайнов, якія одразу приступили до работы. А прача того, створены необходимый запас палива. У целым во ураде Беларуси становча оценивают перспективы. Тывы, звязаныя з атрыманнем новага ўраджаю. Краіна мае магчымасць не толькі поўнасцю забяспечыць сябе прадуктамі харчавання, але паставіць частку на экспарт. Нам надо выходить 110 тысяч уборки в день и 400 тысяч намолотов. Вчера за день намолотили 380 тысяч. Урожай подрастает, вот уже 35,5. Больше прошлого года на 1 центнер, это радует. 3 миллиона 200 тысяч намолочено уже зерна, 605 тысяч тонн рапса. Я полагаю, что озимого рапса где-то будет у нас 620 тысяч, 625. И у нас 90 тысяч еще гектар посеяна ярового. То есть за 700 тысяч тонн будем иметь рапса. Это достаточно для того, чтобы масложировку обеспечить, наш биодизель, продовольственные наши потребности в масле. Широта достаточное количество, ну и экспортный потенциал. Вот примерно 90 тысяч тонн мы видим, что мы можем продать масло на экспорт. Больш падрабязны матэрыял глядзіце ў нашых вячэрніх выпусках. У сам разгару борачнай дапамога лішняй не бывае. Выйсці ў поле і прымерыць на сябе ролі камбайнераў сёлета вырашылі шасцёра выратавальнікаў пажарных. Як прафесійныя якасці дапамагаюць ім ва ўборцы ўраджаю? І як МНС сочыць за пажарнай бяспекай на палях? Даведалася Ганна Кавалёва. Суткі за рулём пажарнай машыны, затым яшчэ дзень за рулём камбайна. Яўген Зюлеў 10 гадоў таму звязаў жыццё с пожарной службой. И амаль одночасово открыл адлік стажу комбайнера. На эту посаду он заступает каждое лето, когда аграрные предприемства пополняют штат сезонными специалистами. Сярод таких помощников люди разных профессий. Для многих это магчимость подзарабить под час в отпуску. Яўген же поспевает сумешать працу у поле со службой, причем бачить у обеих профессиях агульные рысы. График сутки работаем, двое суток выходных. У вас все свободное время. Здесь эти две профессии схожи. Помогаешь людям. Для меня нет первоочередной. Там я оказываю помощь, спасая людей. Здесь я убираю хлеб. То есть и та профессия, я считаю, важной. У гэтай же господарцы за рулем комбайна працуе еще один выратавальник. Сергей Жуков допомагает во уборочной 10-й год запар. Як и у его коллеги, у скарбонцы трехразовое досягнение отзнаки у 1000 тонн собранного урожая. Форму выратавальника, к примеру, 15 годов тому. Зараз уже начальник пожарного аварийно-выратавального поста номер 15 Гомельского районного отдела по надзвычайных ситуациях. Каже, профессийные навыки выратавальника корыстные и у поле. Я как пожарный, я знаю, что вероятность возгорание слишком велика, особенно в жаркую погоду, как хлебных массивов, так и возгорание техники. Поэтому перед тем, как выехать в поле, проверяем первичные средства пожаротушения. Проводятся инструктажи, мы, конечно, тоже помогаем своим коллегам, проводим практическую помощь, теоретическую. Стараемся тоже помочь, показать, рассказать.
Вугле пожары на полях региона зараз редкое выключение, дякуючи у тым лику працы выратовальников. Яны штодня на варте безпеки. У спякоту профилактицы особливая увага. Благодаря комплексу мер, проводимых работниками МЧС, пожаров на объектах сбора, хранения и переработки урожая в текущем году на территории Гомельской области не зарегистрировано. Спасатели Гомельского гарнизона принимают участие не только в проводимых рейдах по обеспечению пожарной безопасности, но также и выходят в поля. Увогуле, у гэтай хвіліны на палетках Гомельшчыны за рулем комбайнаў працуюць шасцёра работнікаў выратавальнай службы. Яны дапамагаюць збіраць ураджай у Гомельскім, Брахінскім, Будакашалёўскім і Жлобінскім районах. Ганна Кавалёва, Максім Славін, телерадыокампанія «Гомель». Гамельчанам допомогуть у пошуку праці. 10 жнівня пройде черговий міні-кірмаш вакансії. Агульногородское мероприємство відбудеться в управлінні по праці занятості соціальної обороні Гомельського гарвиконкама по вулиці Пролетарської, 18. Запрошаються усі громадяни, хто хоче працювати, незалежно від стажу і опыту. Наведвальникам пропонують зустрітися з представниками підприємств і організацій города, а так само отримати інформацію об часових і оплатних громадських роботах. Початок о 10-й године. Сегодня у вёсцы Гагалі Рэчыцкага района распачаў работу добраахвотніцкий археологический отряд «Ведрыч» имя Сергея Рассадина. На протягу 2 тыдняў студенты-гісторики ГДУ имя Франциска Скарыны и навукоўцы Национальной академии наук Беларуси будут шукать артефакты каменного веку. Год тому на березе Бярэзіны экспедиция працавала у вёсцы Горваль. Там знайшли одразу 2 помніки археологии. Кіраўніком юных доследчиков был профессор истории Сергей Рассадин. Каля месяца тому вядомага доследчика археологии не стало. Другая экспедиция отрада «Ведрыч» просвечена памяти ученого. Окрыленные минулогодним пошуковым шансованием, сёлета археологи различивают знайсти не меньше важные артефакты. У вёсцы Гагалі попередний анализ глебы показал, что под дёраном есть рештки стародавних речев. Студенты-историки упершыню будут працевать на раскопках стоянок каменного веку. Яны различивают, что знойдут цікавые предметы керамики и кремниевый инвентарь эпохи неолиту. Мы надеемся, что вот те ребята, которые будут работать в волонтерском отряде именно в Речицком районе Ведрыча, они приобретут те навыки, может быть, кто-то из них и станет нашим следующим выдающимся белорусским ученым. Каўчэг з шасціцай мошчы ў святога Пантелеймона сустрэлі сёння ў Гомельскім свята-петрапаўлоўскім кафедральным саборы. Цяжка пераацаніць значнасць гэтай падзеі не толькі для ўсёй праваслаўнай епархіі, але і для хрысціянскага свету Беларусі. Шасціца цудадзейных мошчаў святога перададзена Гомельскаму храму на пастаяннае захоўванне. Наталля Капрыленка з падрабязнасцямі. 350 годов мощи одного из самых знакомитых великомучеников не покидали стен кафедрального собора города Джирачи у Италии. У першиню перевести святыню походились в минулом годе. Менавіта у Гомельский свято-петропавловский собор. Тады докрануться до яе пришли тысячи верников. И вот сёлета у день памяти святого отбылася историчная подея. Из итальянской церкви каўчэг с мощами приехал на постоянное заховывание. Мы сегодня с вами еще не осознаем, что нашими руками делается история государства и православной церкви на Белоруссии. Дело в том, что получить святыню, которая бы постоянно находилась в том или ином городе или соборе, это было всегда величайшим событием для всего государства. И такая святыня, как часть мощей святого великомученика Пантелеймона, остается в Белоруссии, означает для нас, что святой великомученик Пантелеймон с сегодняшнего дня является нашим с вами покровителем, нашим молитвенником для нашей многострадальной чернобыльской земли. Дар христианской реликвии от католицкого храма православному – знак братерства и одинства у веры, подкресливают гости. Наши культуры были исторично поделены, але святыни у нас агульные. Итальянские гости поназирали за литургией у соборы. Епископ Алива звернулся так само с промовой до гамельчан. И он отзначил, что для шматпокутной гомельской земли это допомога у молитвах вернику об вылечении. Это для меня огромное счастье консигнировать эту античную кьеса. Для меня это была большая радость привести частицу мощей. Мне даже сложно объяснить, насколько это важно для сближения. Для меня это волнительно. Это очень важный знак. Итальянские гости застанутся на Гомельщине еще до конца тыдня. Епископы и его сопровождающие наведуют ведомые исторические мястины и святыни Гомельщины. Так само 11 жнивня примут удел у литургии, посвященной памяти Манефи Гомельской. Наталья Капрыленко, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».
Гэты, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць мой калега Міхаіл Садоўскі.